Средиземноморский флёр – часть фирменного стиля, который сразу замечаешь в кафе «Пицца Браво». Изысканно оформленные стены и столики создают атмосферу настоящей Италии. Меню самое разнообразное – от салатов до десертов. По вкусу придется и взрослым, и детям. Наше заведение готово предоставить большой ассортимент пицц. У нас больше 40 видов их. Мы готовы предоставить как вегетарианские, так и мясные и с морепродуктами. Каждая пицца готовится вручную, готовится по факту и в течение 10-15 минут. У исключительного качества выпечки есть свой секрет. Кулинарному мастерству пиццменов обучал итальянский повар. На кухне идеальная чистота. Многие процессы автоматизированы, а все, что изготавливается руками, делается с любовью. Устроить шумную вечеринку с диджеями и отлично зажечь на танцполе – не проблема. Здесь созданы все условия. В кафе готовят угощения и для застолий. Их проводят в новом стильном, просторном и торжественном банкетном зале, рассчитанном на 30 человек. В приватизации помещения помог горисполком, предоставил рассрочку на 2 года. Вы можете провести в нашем банкетном зале свадебное торжество, юбилеи, дни рождения, устроить романтический ужин своей второй половинки. Это заведение – отличное место для бизнес-ланча. С полудня до 3 здесь подают комплексные обеды. Каждый день новый ассортимент. Цены демократичные. Гостей здесь готовы удивлять не только кулинарными шедеврами, но и новинками итальянских баров и кофеен. Кофе с женьшенем – не просто модный тренд. Этот удивительный напиток повышает иммунитет, улучшает кровообращение, дарит бодрость и даже способствует похудению. Такая чашка обойдется в 5,5 рублей. В городе создан благоприятный климат для успешного развития бизнеса. Пицца Браво, а вместе с ней и почти 1500 частных организаций и более 5000 ИП – лучшее подтверждение. Предпринимателям в Бобруйске горит зеленый свет. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск 360.